В Одинцовском округе сейчас идет капитальный ремонт в 4 образовательных учреждениях. В Старогородковской школе-интернате имени Фурагиной, в Кубинской школе имени Безбородова, а также в 2 детских садах. В 55-м на улице маршала Бирюзова и в 10-м на Можайском шоссе. На совещании в окружной администрации особое внимание уделили строительству пристройки к 14-й Одинцовской гимназии. Стены будут выполнены с применением стекломагниевых листов, что позволит существенно ускорить работы по отделке внутренних помещений. На этой неделе количество рабочих будет дополнительно увеличено на 50 человек. Сейчас строительная готовность 14-й гимназии 79%. Оборудование уже закуплено в полном объеме. Новая пристройка откроет большие возможности для реализации нацпроектов. Во-первых, это школа полного дня, это цифровая школа, подготовлена, уже поступает оборудование для новых современных кабинетов, поскольку сам проект, он так и называется, современная школа. И новые кабинеты, они, конечно, будут оснащены по последнему слову техники. Недавно на территории гимназии появился новый спортивный объект. Его открыли в рамках программы губернатора «Открытый стадион». Заниматься здесь могут не только школьники, но и местные жители после окончания учебного дня. Благоустройство продолжается. Качество проводимых работ под особым контролем. Продолжаем ежедневный контроль, участвуем в этих ежедневных утренних штабах, смотрим количество людей, фронт работ, соблюдение графика. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».